Привет, меня зовут Георгий. Изначально у меня были очень общие представления о Норникеле. Большая компания, занимается металлургией. При этом частная, а не государственная. Больше всего я опасался бюрократии, но по факту не столкнулся с ней. Есть правила, которые обоснованы, понятны и логически объяснимы. Это правила игры, которые не вызывают дискомфорта. В Норникеле есть структура, но нет какой-то иерархии. Все твои руководители доступны. Первое, что удивило, ко мне изначально относились на равных в любой момент, на любых этапах. Я увидел прозрачность, открытость и человеческое отношение. У меня не было как таковых ожиданий от работы. Но я очень надеялся, что задачи будут не чисто технические, а серьезные, сложные, где надо думать и решать. Так и оказалось. Здесь есть возможность сразу участвовать в больших задачах, которые стоят перед компанией. Сразу включиться в серьезную работу. Я работаю над конкретными проектами, и люди вокруг меня профессионалы.